В минувшем году в рамках празднования 25-летия независимости Казахстана в городских поликлиниках прошли социальные акции, направленные на оказание диагностической помощи актюбинцам. К ней привлекались ученые, ведущие специалисты медицины, практикующие врачи с большим опытом работы. Пациенты смогли бесплатно пройти обследование и проконсультироваться. Хорошее начинание решили продолжить. Сегодня в нашей поликлинике проводится акция решения социальных проблем. Акция стартовала в прошлом году, приурочена была 25-летию независимости Казахстана. Это для обеспечения медицинской помощи, консультации, решения проблем медицинских населения. В этом году акция проводится в нашей поликлинике. И приглашены специалистов из медицинского центра ЗКГМУ имени Марата Оспанова. С 11 по 13 апреля включительно в рабочие часы на базе городской поликлиники номер 3 организован прием кардиолога, гинеколога, окулиста, невролога, хирурга, травматолога и других узких специалистов. Сегодня уже в первые часы к докторам с ученой степенью записались десятки желающих. Причем здесь готовы принять не только жители Актобе, но также приезжих из районов, независимо от прописки. У вас обнаружено, что на ЭКГ у вас изменения, и вас отправили к кардиологу, да? Не в военкомат, это на работу, чтобы 086. Очередность соблюдается посредством электронной системы, заранее записываться не нужно. Для качественной диагностики руководство поликлиники предоставило всю техническую и лабораторную базы. Всего за амбулаторией закреплены жители 6 микрорайонов города. Общая численность обслуживаемого населения сейчас составляет 57,5 тысяч человек, в том числе 16 тысяч детей. Ирина Гуть, Сергей Калашников, программа «Факт».